Учебно-полевые сборы провели в понедельник, 13 мая, 11-классники школ города на территории военной части 3041 Национальной гвардии Украины. Сьогодні на базі військової частини 3041 Національної гвардії України уже вкотре, це у нас традиція, проводяться навчально-польові збори для учнів 11 класів загальноосвітніх школ міста Славутича. Значить, на зборах представлені 5 учбових місць – це захист зі зброї масового ураження, тактична медицина, розборка-зборка, вогнева підготовка, розборка-зборка автомата Калашникова, пістолета Макарова, засоби активної оборони, заняття із стрільової підготовки. Ще в процесі ми покажемо діткам, у нас є смуга перешкод і показовий виступ елементи рукопашного бою. Значить, проводимо захід з ціллю військово-патріотичного виховання молоді, популяризації служби Національної гвардії України. Звичайно, багато дітей зв'язують своє майбутнє життя із службою, в тому числі в Національній гвардії України. До нас приходить багато випускників шкіл. Користуючись нагодою, хочу сказати, що військова частина 3041 продовжує комплектування військової частини і запрошуємо чоловіків призивного віку до нас на службу. Відбувається це в зв'язку з тим, що у нас розширення штату, тому, будь ласка, запрошуємо. Приходять багато діток, це реальна альтернатива тому, що... Робота на контракті. Да, робота по контракту. Якщо дітей забирають на строкову службу, зараз Національній гвардії строкова, у всіх збройних підрозділах строкова служба не потрібна, можливо підписати контракт і служити в добре навченому, сучасному військовому підрозділі. Тому, будь ласка, і це дає результат. Школьники змогли поміряти защитне оборудовання для роботи з агресивно настроєною толпою. І, як ми вияснили у дівчинок... Стало уверенніше себе чувствувати? Звісно. На свидання можна ходити, так? Да? Так. Служити в армії будеш, ні? Ні. Щоб... Чувствуєш себе как бы, защищённо? Тяжело только немножко. А мне хорошо. Да. То есть ты здесь и остаёшься? Да. Я уже давно говорила, что я остаюсь. Я даже в качалку пошла. Так что мне нормально. Я-то точно пойду. Я Женя. А что ж ты не оделся, соответственно? Нету пока формы. А вот тебе, девчонки, А вот теперь оделся. Все, спасибо. Естественно, разборка и сборка пистолета вызвала большое любопытство у ребят. А вот разборкой автомата достаточно уверенно занималась Даша. Я так понимаю, самые большие проблемы – это ногти, да? В принципе, да, но ко всему можно приловчиться. Около машины скорой помощи ученики школы учились накладывать бандажи. Костюмы химзащиты весьма громоздкие и неудобные. Ну и здесь, после того, как его одели, у некоторых школьников появилось желание немного пошалить. Около спортивного снаряда перекладины собралось достаточно много девчонок и ребят. С интересом наблюдали, как инструктор достаточно легко подтягивается 15 раз. Это три. И в этом году повторили и даже превысили количество подтягиваний несколько хорошо подготовленных ребят. Очень даже неплохо. А после того, как майор Чеботари для мотивации сделал несколько подъемов, то это упражнение тут же повторил и Ярослав, которому предложили после окончания школы перейти на контракт в военную часть 3041. Он сказал, что подумает. Строевая подготовка весьма нужная, но малоинтересная. Но и здесь занятия проходили у школьников с удовольствием. Для учителей, пришедших с ребятами, исполняющий обязанности замкомандира военной части по работе с личным составом, рассказал о тренировочной подготовке военнослужащих и спортивных залах ВЧ-3041. Затем ребята понаблюдали за учебным рукопашным боем инструкторов, которые не только демонстрировали, но и достаточно подробно объясняли. Кто знает, что есть, то под ударом.
Можно остановить человека, который на вас идет, атакует, просто выставив ногу стоп ударом. Если руками на вас атакует, тоже останавливаем, все. Есть прифаты, когда можно ловить ноги, это. Майор Чеботарь рассказал несколько примеров из жизни и обратил внимание, что во время спортивных состязаний все происходит по правилам. А вот в случае уличных столкновений все в основном происходит как раз без правил. И поэтому лучше избегать темных переулков и пьяных компаний, даже если вы физически крепкий и подготовленный. Затраты на лікування несовместимі реально, но це не саме головне. Саме головне – це життя, і поэтому задача – зберегти життя. Поэтому не потрібно там перевищувати свої возможності. Там я займаюся в спортзалі, я там професіонал, я там все. Кучу примеров, коли йде толпа відбитих людей, люди навіть не замечають, що произошло. За точку сунули і пішли далі. І чоловік потім уже падає, і непонятно від чого, понимаете? Стоять, руки вверх. Ну що, подошов. А в случае, если вас атакуют сзади? Первое. Удар. Вывести из контроля, а послабить. Либо же по паху, либо же кулаком, локтем. На полосе препятствий инструктор показал школьникам, как ее нужно преодолевать. А потом несколько смелых и отчаянных школьников попробовали это сделать самостоятельно. Получалось не все, но для этого и нужны тренировки.